Колосок ТВ представляет. Веселая автомойка. Привет, ребята! Посмотрите, кто приехал к нам сегодня. Конечно, это трактор. Только он ужасно грязный. А почему он грязный? Потому что трактор выполняет на ферме много трудной работы. Он возит тяжелые грузы, вспахивает поле и помогает собирать урожай. Да-да. Сейчас нам нужно отмыть трактор. Вы поможете мне, друзья? Отлично! Давайте начнем! Вначале устроим трактору прохладный душ. Польем его из шланга водой. Вот так. Замечательно. Теперь возьмем мочалку и нанесем пену. Нам нужно много пены, чтобы отмыть весь трактор. Так-так, замечательно у нас выходит. Теперь включим специальные большие щетки, которые очистят трактор от всей грязи. Посмотрите, какие они мощные и как они работают. И наш трактор выглядит уже намного чище, правда? Теперь нам нужно его высушить. Специальные фены сушат трактор, чтобы не осталось ни одной капельки. И в конце натираем наш трактор до блеска. У нас все получилось, все вышло. Молодцы! Едем дальше. Ой, посмотрите, сколько трещин на тракторе и колеса вздуты. Нам нужно отремонтировать теперь трактор. Берем вначале сварку и удаляем все царапины и трещины. Вот так. Чудесно. Теперь добавим масло. Без масла трактор не сможет работать. И, конечно же, подкачиваем колеса. Вначале задние колеса. И передние колеса. Вот так. Ой, внутри трактора порвались некоторые провода. Давайте их исправим. Мы молодцы! Почти отремонтировали трактор. Последний проводок остался. Вот так. Поехали дальше. Теперь мы перекрасим трактор в другой цвет. Какой же цвет нам выбрать? Может, синий? Как небо, красиво выглядит наш трактор. Или давайте попробуем желтый. Как солнышко выглядит трактор. Или голубой. Посмотрите, какой трактор яркий вышел. Давайте оставим голубой цвет. Подберем колеса новые. Вот так. И добавим последний штрих, красивую наклеечку. Вот эти колосочки подойдут, мне кажется. Вот так. Фермер будет очень доволен нашей работой. Посмотрите, как он рад видеть свой трактор чистым, новым и отремонтированным. Спасибо!
Спасибо, что помогли мне, ребята. Приходите еще играть в нашу суперавтомойку. Пока!